Только в «Союз обувь» вы найдете модные тренды обуви этой зимы. Эффектно, красиво, стильно, в полной гармонии с комфортом и удобством. Только до 15 декабря скидка на каждую пару до 500 рублей. Спешите в наши магазины, ведь настоящие холода все ближе и ближе, а нужных размеров обуви все меньше. Уже готовится к празднику на Театральной площади. Сегодня началась установка главной городской елки. Здесь никаких неожиданностей не случилось. Это та самая искусственная елка, которую украшает Ледовый городок последние несколько лет. Рабочие начали собирать елку утром. Для этого на площадь пригнали кран. Пока установлен только каркас. После него специалисты будут делать ветки елки. Это более длительный процесс. После нескольких месяцев хранения в сложенном виде каждую веточку приходится расправлять и подгонять по длине, чтобы в итоге елка получилась пушистой. Пока другие работы по началу строительства Ледового городка на площади не идут. Срок у подрядчика до 25 декабря. К этому времени театралка должна быть оформлена в космическом стиле почти на 23 миллиона рублей. Напомним, что торжественного открытия городка и праздника в новогоднюю ночь в этом году в Кирове не будет. Массовые мероприятия отменены из-за пандемии коронавируса. Кировчанам предлагают любоваться огнями и льдом новогоднего городка без хороводов, соблюдая дистанцию.